Доченька, почему ты не слушаешься? В этот лес нельзя, там очень опасно. Ну там интересно, вот я хочу там служить. Нет, тогда нельзя, потому что там звери страшные. Вот туда я никогда не ходила. Так, но она никогда туда не пошла. А я сама равно пойду тут. А вот так. Пойдем-ка займешься хорошими делами, а ты, единорожка, не ходи туда. Ну, Люлак, пока никого нету, подай в лес. Удивлю. Как же ты мне нужна? А что у тебя случилось? Моя мамочка заболела очень сильно. И мне нужен волосок единорожки. Вот я согласна тебе его отдать. Надо быстрее бежать, единорожка. Садись на меня. Вот мы поскачем, как ветки. А дальше вы все знаете по этой книге. Она самая лучшая книга. А книга называется «Самый маленький единорог». Это книжка «Волшебных лошадок». Она волшебная!